Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на просвещении. Давайте смотреть новинки вместе. Смотрите, какая у нас новинка. Воздушные сливки для тела и зоны декольте. Увлажнение и мягкость. Сливки помогают избавиться от ощущения сухости и стянутости кожи. А это с клубникой активные витамины. Интенсивно питают кожу витаминами и влагой. За 55 рублей. Появились интересные кружки. Кружка электрическая за 199 рублей. Не нужно использовать ложку, только нажмите кнопку. Это просто пипец. Даже нам и ложкой крутить не надо. Работает от двух батарей. В комплект они не входят. У нас появилась минажница, 4 штуки, 230 миллилитров. Интересненькие. Положил 4 вида салатика, допустим, и сложил вместе. Мало места занимает, отлично. Стильная и практичная. Можно использовать как вместе, так и раздельно. Изготовлена из стекла от Kitchen. А еще набор салатников с крышками. 2 штуки в упаковке. Смотрите, какие интересные, красивые. Большая и маленькая. 0,650 литра и 1,1. Я не знаю, как эти крышки, а до этого такие салатники. Крышки быстро лопались. Стоимость этих минажниц и этого набора 199 рублей. Смотрите, какие у нас появились тарелки. По 149 рублей. Такая большая. Обеденная, 27 сантиметров. Люминарк. И у нас в двух цветах. Есть поменьше, 19 сантиметров. Изготовлены из упрочненного стекла. За 99 рублей. Эти кружки с терморисунком 330 миллилитров. Рисунки изменяются при добавлении горячей воды. Налейте в чашку любой горячий напиток, и рисунок поменяется. По-моему, за 99 рублей. Круглый поднос. 30 сантиметров. Это, по-моему, из той серии, где все под мрамор. Изготовлено из полипропилена за 55 рублей. Ассортимент тарелочек большой. Смотрите, какие тарелки интересные. Бело-серым. От Luminarc 20 сантиметров. За 149 рублей. И цена, конечно, большая. Мелких я таких не вижу. Может быть, в другом магазине есть. Но здесь вот только глубокие. Эти еще есть. Много здесь белой посуды, различные тарелки, салатники, все вот в этом изогнутом стиле. Вот, смотрите, я не знаю, но я, мне кажется, не захотела себе такую тарелку дома изогнутую. Смотреть интересно, прикольно, а домой бы я такую не хотела. Такое ощущение, что она вся искорежилась в посудомоечной машине. Помялась за 55 такие тарелки. Так, вот это глубокое я уже показала. Это, наверное, салатник. Нет, тарелка огромная. Это у нас что? За 99 рублей тоже тарелка. Это у нас блюдо. 33,5 на 26 сантиметров за 149. И вот такой салатник огромный. Ну вот салатник, блюдо выглядит хорошо. Но такие тарелки мне не нравятся. Но это чисто мое мнение. Какие интересные бульонницы с ручкой 800 миллилитров. А нежный рисунок за 99 рублей. Так,
такие тарелочки за 77, 17 сантиметров глубокие. Нарядные тарелочки за 55. Я знаю, что вы любите посуду, как и я. Всегда просите показывать посуду. Кружки вот к этому набору. Здесь есть и маленькие салатники, и побольше салатники. Видите? А чем они отличаются? Здесь 55 написано, а здесь 77. По-моему, ничем не отличаются. Давайте посмотрим. Здесь, значит, 400 миллилитров керамика, а здесь 550 миллилитров фаянс. Они совершенно разные. А на взгляд так не определишь. Потом идет еще больше за 99 рублей. И еще больше, как матрешка, за 149 рублей. За 99 рублей литраж, я не вижу здесь, нет, ценник замазан. А это литр 200. И вот та серия, про которую я говорила, про кружки. Тоже тарелка 25 сантиметров, блюдо, вот это мне нравится, очень прямоугольное, большая чашка, салатник за 149 рублей. И вот эти вот они у нас, по-моему, исчезали, потом опять появились. Миски сервировочные, 4 штуки в упаковке, изготовлены из полипропилена. Набор бит и торцевых головок с рукояткой. 37 предметов. Смотрите, есть даже такая отвертка, которая гнется. В любое место можно подлезть. А мелкие вот эти отверточки, кстати, нам постоянно такие пригождаются. Хороший набор. А вот ценника нет, наверное, 199, скорее всего. А это фартук для инструментов за 149 рублей. 50 на 60. И вот таким образом выглядит. Опять появились кашпо 24,5 на 18 сантиметров и 13 сантиметров в высоту за 199 рублей. Внутри проложено пленочкой, клеенкой и с ручками. И состав ива, полипропилен, сталь и дерево. А также квадратная, вернее прямоугольная, без ручек. 30 на 22 и 13 сантиметров в высоту. Также проложена пленочка. И состав такой же. Появилось новое удобрение. Ларнет Стоп Сорняк от сорняков на газонах и посадках земляники. Безопасен для газона и земляники. Обеспечивает долговременный эффект. Полностью уничтожает наземную и корневую систему сорняка. Одуванчик, осот, ромашку и подорожник на 50 метров. Что-то я так побаиваюсь. Потом не только сорняк, а и культуру может расти не будет. Не знаю, что-то я как-то побаиваюсь. Хотя поля же прыскивают, все же растет. Здесь, знаете, здесь ампула находится, ампула. Кому интересно, вот можете посмотреть. За 27,50. Октябрина Ганечкина рекомендует. Комплексное решение для дачников. У нас появились саженцы, вернее клубни. Георгин кактусовый за 77 рублей. Смотрите, какой яркий, красный. А это георгин декоративный. Тоже очень красивая расцветка. Еще какой есть. Так. Георгин тоже декоративный. А это кактусовый, только другого цвета. А это георгин декоративный, бордюрный. Смотрите, как много цветочков. И другого цвета. И вот такой необычный шаровидный георгин за 77 рублей.
Земелька там влажная. Видно, что свежие. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.